Вітаємо вас, шановні друзі. В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми поговоримо на питання стосовно здоров'я. Ще кілька тижнів і Гомінка Дітлашня всядеться за парти, розпочнеться навчально-виховний процес. Але наскільки діти фізично і психологічно готові до навантажень, саме про це ми поговоримо сьогодні. Тема нашої зустрічі – медичні огляди. А у якості експерта у нас у гостях Лідія Губіна, заступник головного лікаря з лікувальної справи Миколаївської дитячої поліклініки номер 4. Лідія Леонідівна, вітаю вас і дякую, що ви сьогодні з нами. Здравствуйте. Лидия Леонидовна, на самом деле вот хотелось бы услышать вашу точку зрения, как вы видите цель вот этих медицинских профилактических осмотров? Значит, медицинские осмотры школьников проводятся на протяжении 5 лет как на Украине, так и в нашем городе. Цель профосмотров – впервые выявить патологию, то есть заболевание ребенка. И чем раньше мы ее выявим, тем легче будет с ней бороться. Значит, кроме того, кроме заболевания, значит, это анализ физического развития детей, определение групп здоровья и определение групп на уроках физической культуры. Последнее время, вы видите, как-то вот, особенно в подростковом возрасте, все-таки были зафиксированы летальные случаи на уроках физкультуры. Можно ли сказать, что основной акцент вы ставите все-таки на подростковую группу, как группу риска? И какие возрастные группы в целом охвачены? Нет, углубленному осмотру подлежат абсолютно все дети, в 100%. Угу. То есть это первоклассники и до 11 класса. В 100% дети должны пройти обязательный медицинский осмотр в условиях поликлиники, обязательно с присутствием родителей. И медицинская документация – это форма 112. Перед проведением профосмотров всем детям проводится проба Руфье. Проба Руфье – это функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у ребенка. Значит, у нас проводится она в 3 кабинетах. Вот. В чем она заключается? Это какие-то нагрузки, да? Да, это измерение пульса до физической нагрузки и после физической нагрузки. Угу. Если нарушена проба Руфье, ну, это уже пойдет дальше, я буду постепенно рассказывать, как и что. Вы говорите, что 5 лет уже проводятся медицинские осмотры. Если брать вот срез 2015 года, я думаю, что все-таки данные обрабатываются, но тем не менее приблизительные какие-то итоги можно уже подвести. Да, еще статистических данных как таковых нет. На сегодняшний день прошли медосмотры где-то 93% школьников. Те школьники, которые были в отъезде или болели, будут проходить за вот эти последние 2 недели. Значит, ну, какие отклонения? В зависимости от возраста, заболевания у детей выявляются впервые в зависимости от возраста. Значит, есть декретированные группы школьников, которые должны пройти этот обязательный медицинский осмотр. Это дети, которые идут в 1 класс, 6-летки, обязательно дети 5 классов и 8-9 классы. Этот контингент детей проходит всех врачей с обязательным лабораторным обследованием. С чем это связано, именно вот эти дети? Это связано с нарушением здоровья, скажем так. Чем взрослее ребенок, такие, да? Ну, переломное за подростков я скажу чуть позже. Угу. Ну, какие переломные моменты? Дети, когда оформляются в 1 класс, у них одни заболевания. С возрастом эти заболевания или переходят в хронические, или по мере лечения, по мере профилактики, они уходят, и дети переводятся в 1 группу здоровья, становятся здоровыми. Значит, в 1 классе какие больше заболевания? Это глазные заболевания, это миопии слабой степени, это нарушение осанки у детей и нарушение речи. Это признаки нашего времени, правда? Ну, конечно, все связано с компьютерами, все связано с сидячим образом жизни и неправильный, можно сказать, режим дня, неправильная организация отдыха.
Потом дети идут в школу, в школах тоже идут нестандартные парты, неправильное освещение, и в связи с этим формируются вот эти вот заболевания. Если проанализировать вот с данными прошлого года, есть заболевания, которые уходят все-таки? Какие заболевания прогрессируют? Можно проанализировать? Ну, в принципе, можно. Прогрессируют, наверное, с введением этой пробы Руфье. Идет нарушение функциональной сердечно-сосудистой системы у детей. Это больше у детей 5 класса, 6 класса. То есть это связано с какими-то хроническими соматическими заболеваниями. Уже к 5 классу ребенок приходит с хроническим соматическим заболеванием. Да, но если у него есть хронический компенсированный тонзиллит, нелеченный, родители не обращают на это внимания, то, конечно, у него идет вторичная кардиопатия. Он, конечно, нуждается и в лечении, и в профилактике, и в реабилитационных мероприятиях. Дальше идут школьники. Если уже более возраст ребенка старше, это 8-9 классы, там больше превалируют заболевания желудочно-кишечного тракта. Это неправильное питание, это без завтраков дети ходят в школы. Другой раз в поликлинику приходит ребенок на обследование, у него берут кровь, он теряет сознание, у него обморок. Да, это в наше время, когда, в принципе, и продукты питания есть, и все в достатке, большей частью вьюг, овощи, фрукты. Время такое, да, насыщенное? Ну, это летний период Летний период. Но, тем не менее, дети слабые. Ну, как дети слабые? Дети слабые где-то после профосмотров. 5-7% детей переходит в диспансерную хроническую группу. Кого можем, лечим, кого можем, профилируем. Вот, кому как. Все зависит от иммунной системы ребенка. Если она здоровая и крепкая, то ребенок выздоравливает, конечно. Ну, а кто сегодня вот составляет все-таки группу риска? На кого вы больше всего обращаете внимание? И во время медицинских осмотров в том числе? Ну, во-первых, больше всего, ну, в общем, всем детям, конечно, уделяется достаточное внимание. Дети обходят специалистов, сдают лабораторное обследование и потом осматриваются педиатрами. Если выявляется заболевание, ребенок идет, так скажем, дальше. Если он нуждается в более лучшем обследовании, мы направляем в стационар. Если ребенок может пролечиться и просанироваться в условиях нашего дневного стационара, у нас есть дневной стационар, специализированные с пульмонологическими, с кардиологическими, с аллергологическими и с гастроэнтерологическими койками. Мы его лечим в нашем дневном стационаре. Если ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении, направляем в санаторий. Местные санатории у нас довольно на хорошем, на высоком уровне. Это санаторий Южный с кардиоревматологической патологией и санаторий Дубки. Ну, в санаторий Дубки направляются дети из тубинфицированные, из очагов. Вот дети, которые были в контакте, и ослабленные дети, которые дают положительную пробу МАНТУ. Лидия Леонидовна, вот провелись исследования, собрали, что происходит дальше вот с этими исследованиями, какие формы сотрудничества с другими органами, которые, в принципе, работают с детьми также? Ну, я уже сказала, это органы или это учреждения, скорее всего, учреждения. Ну, обращаем внимание на социальную группу детей. Вот, когда у нас были участки до реформы, мы знали пофамильно этих детей, мы сотрудничали с социальными работниками. Ну, так получилось, что наша поликлиника расположена в 3 районах места жительства. Это Центральный, это Заводский и Ленинский район, везде по куску территории. Вот, тесно сотрудничали с социальными работниками исполкома. Писали письма, встречались, выходили на дом.
Писали в прокуратуру, обращались в милицию. Ну, в основном это социальные Служба, семьи. Да, да. А вот те дети, которые оказались в тяжелых, так скажем, условиях социально-психологических, у нас есть отделение для таких детей, называется «Клиника дружественная для молоди». Совершенно бесплатно и совершенно конфиденциально там принимают детей. То есть подростков, ну и детей с 12 лет и до 21 года. Можно спокойно приходить через регистратуру. У нас там работает психолог, у нас там работает юрист, педиатр, уролог, гинеколог. Вот, так что по любому вопросу подросток может прийти, может обратиться. Вот сейчас, когда внедряется уже семейная медицина, вы опять-таки работаете с определенными секторами, да? Это как бы адресный момент здесь срабатывает? Или к вам может обратиться любой юный житель Николаева? Все дети, которые проживают в нашем районе обслуживания и посещения, да, могут идти к нам на прием. У нас специализированная поликлиника, где есть все узкие специалисты по нозологиям. Есть лаборатория биохимическая, рентген-кабинет прекрасный, новый аппарат рентген. У нас УЗИ-кабинет, ну, при нас дневной стационар, как я сказала, хорошее физиотерапевтическое отделение, где дети получают все необходимое. Ну, и вот клиника «Дружная для молоди». Такой комплексный подход, да? Да, комплексный, хотя поликлиника и специализированная. Лидия Школьно-дошкольное отделение, в каждой школе прикреплен врач и прикреплена медсестра. Вы каждый день, вы практик, вы каждый день сталкиваетесь с конкретным ребенком и с его родителями. Насколько вы чувствуете, знаете, видите, что родители осведомлены о состоянии здоровья собственного ребенка, они интересуются и они общую картину знают и уже со своими знаниями, собственно, приходят к медикам? Да, они приходят со своими знаниями, они приходят со своими жалобами, они знают, они наблюдают за ребенком. Они видят ребенка каждый день, каждую минуту. Ну и потом повысилась культура населения. Вот, если раньше ребенок день не поел, два отказался от еды, ты не обращали внимания, а теперь приходят с жалобами. Вот плохой аппетит, вот он вялый, вот он не такой. Обратите внимание, доктор. То есть родители неравнодушны, большей частью, радует. В основном неравнодушны. Ну, а какие типичные ошибки? Вот, в принципе, подходит ребенок к каким-то плачевным результатам по состоянию здоровья, и вы видите, что здесь не сработали родители. Ну, ошибки. Если это заболевание, так скажем, только начинается, и если на него не обратить никакого внимания, на эти жалобы и запустить ребенка, то, конечно, все это переходит в хронические формы. Да. Хронические формы тяжелее лечатся. Это определенный промежуток времени должен пройти. И, в общем-то, это переход в хронизацию процесса. Это самый главный момент, на который надо обратить внимание. Как часто вы сталкиваетесь с моментами самолечения? Сегодня родители грамотны в какой-то степени. Реклама, посмотрите, какая. Довольно часто мы сталкиваемся. Но если есть, так скажем, каждый ребенок прикреплен к своему участковому врачу, если есть контакт врача с родителями, я не думаю, что родители запускают детей и не следуют совету доктора. Очень хорошо, что именно так вот происходит, и вы позитивно видите вот динамику, да, развития. Я думаю, да. Если мы вернемся все-таки вот к цели профосмотров, осмотров профилактических, медицинских и определения групп здоровья. Мало кто из родителей на самом деле знает, вот в чем специфика групп здоровья. Расскажите нам, пожалуйста. Значит, группы здоровья детей, их всего 5. Первая группа здоровья – это совершенно здоровые дети. Вторая группа – это их дети. Их много совершенно здоровых? Сейчас я вам скажу, это где-то от 25 до 30%. Это мало. Совершенно здоровые дети. Эта статистика идет по городу. Да, до 30%. Это уже по углубленному осмотру этого года, за полгода у меня данные.
Вот, это совершенно здоровые дети. Вторая группа – это дети, у которых есть функциональные изменения. Допустим, хронический компенсированный тонзиллит, который проявляется 1-2 раза в год. Ангина, то есть он обостряется. Да? Нет, если ангина, это уже хуже. Так. Это тонзиллит хронический. Этот ребенок проходит определенный курс лечения, физиопроцедуры проходит, значит, консультируется лор-врачом. Ну, это так, я пример привела, он относится ко второй группе здоровья. Угу. Это вторичная кардиопатия, которая не дает клиники. То есть у ребенка совершенно нормальный пульс, хорошее настроение, нет никаких отклонений. Третья группа – это дети уже... Значит, это компенсированное, это с декомпенсацией процесса. Это дети, которые перешли в хроническую группу больных. Если вторая группа – это почти самая основная группа, в основном она составляет где-то от 50 до 56-60% в зависимости, ну, по каждому району города разница идет в 2-3%, такой большой разницы нет. Ну вот. Потом идет третья группа – это дети с декомпенсацией, то есть это хроники, которые должны постоянно наблюдаться и получать лечение для того, чтобы к возрасту своему взрослому стать уже здоровыми. Ну, получится это или не получится, это вопрос времени. Ну, в принципе, это возможно, возможно, правда, если вовремя, возможно. Даже если хронический диагноз возможно, уже поставлен? Возможно, да? Вполне возможно. Так, и таких детей у нас где-то 10-12%. Это третья группа здоровья. Потом идет четвертая группа здоровья. Это дети с органическими, так скажем, нарушениями. Дети, которые не могут себя полностью обслужить. Сюда относятся дети-инвалиды. Вот. Ну и пятая группа здоровья. Это совсем маленькая группа, 1%. Это, можно сказать, дети обездвиженные, дети без какого-то органа. Очень серьезные случаи, да? Да, серьезное заболевание. Лидия Леонидовна, вот, например, определена группа здоровья. Что родителю надо знать о том, что делать дальше, собственно говоря, с Сейчас этим? Сейчас я вам расскажу. Значит, при прохождении профосмотров родитель получает форму. Форма эта называется 86/1. В этой форме написано, что нужно родителю пройти. Он приходит в поликлинику, да, в школах заранее составляется план прохождения медицинских осмотров. Вот наш район обслуживания. Допустим, вторая школа у нас проходит в апреле, третья школа в марте. Сотрудничаем со школами, с директорами школ в этом плане. Мы тесно очень. И приходит родитель, нет, в школе ему дают 86-ю форму, и он приходит в поликлинике. Начинается в поликлинике медицинский осмотр с определения веса и роста. То есть мы должны знать, как развивается ребенок, следить за его физическим развитием. Потом ему проводят пробу РУФЕ, и потом он идет ко всем специалистам. Заключительный этап – это врач-педиатр, который осматривает ребенка. Определили группу здоровья детей. Пусть это будет вторая группа. Значит, этому ребенку показана основная группа по физкультуре. То есть у него нет никаких функциональных изменений в организме. Ну, не так хорошо, но тем не менее хорошо. Вот. Если это третья группа здоровья, то ребенок нуждается уже в посещении физкультурной группы или в специальной, или в подготовительной. Подготовительная группа – это та группа физкультуры, где дети освобождаются от сдачи нормативов, от бега, в зависимости от диагноза. И есть специальная группа, на которой лечебная физкультура и специальная физкультура. Да, вот как есть важно. Освобожденные дети, их мало.
То есть, в принципе, сам родитель может проследить, да? Проконтролировать все может. Проконтролировать, конечно. Потому что, в принципе, от этого зависит самочувствие ребенка. Лидия Леонидовна, бывают ли общие такие вот конференции какие-то с представителями образования для того, чтобы решить, как друг другу помочь, собственно говоря? Потому что все заинтересованы в том, да, чтобы ребенок, да, был здоров. Это проводится в школах, обязательно в присутствии медицинского работника, где разрабатываются по плану и родителям, значит, доводят или доносят, или читают. Ну, читаются лекции, самые настоящие лекции. В школах нашего района обслуживания проводятся радиолинейки, где тоже говорится о здоровье, о правильном, о здоровом образе жизни. Да. О профилактике туберкулеза очень часто и густо. Ну, часто проводим мы беседы. Ну, индивидуальные беседы с каждым родителем, с каждым школьником, потому что дается одна формочка и вторая формочка в углубленном осмотре, в которую заполняется время проведения беседы с родителями и с детьми. Беседы ведутся о вреде наркомании, курения, алкоголизма. И потихоньку выясняется, так скажем, статус семьи, злоупотребляют ли родители. Общая картина, да? Да, вырисовывается, так скажем. Потом эти формы несут дети в школу, а копии приклеиваются в медицинскую документацию ребенка, форму 112. Лидия Леонидовна, вот в момент, когда все-таки уже ставятся заключительные там вот эти вот данные все, ребенок понимает, что происходит? Вы общаетесь с ними? Здесь вы выступаете в роли психологов чаще всего. Ну, у нас два психолога есть. Понимают они, вот, собственно говоря, насколько я думаю, ты здоров? Да, да, понимают. Дети понимают, особенно дети пятых, шестых классов, а девятые, восьмые, об этом вообще говорить нечего. Понимаю. Если вот сегодня мы подведем все-таки вывод нашей встречи, как вы считаете, что сегодня стоит во главе угла детского здоровья? На что обращать внимание родителям для того, чтобы результаты все-таки были улучшались каждым годом и дети, ну, хотя бы первую, вторую чтобы группу здоровья? Чтобы дети были здоровы, да, чтобы дети были здоровы. Ну, что можно сказать родителям? Формулы здоровья как таковой не существует. Она состоит из многих, так скажем, комплектующих. Это в первую очередь иммунитет ребенка. Это правильно организованное питание ребенка. Это закаливающие процедуры. Что еще можно сказать по этому Солнце, поводу? Солнце, воздух и вода, то, что срабатывало раньше, сегодня нет, это срабатывает? Теперь это мало срабатывает, потому что в такую спеку всем рекомендуем подальше. Мало находиться, да, на солнце. Лучше рано утром гулять и после 5 вечера. Полноценный питьевой режим. Вода должна быть качественной, правда? Ну, это естественно. Понятно. Да. Лидия Леонидовна, вот начинается учебный процесс, дети привязаны к компьютерам. Это бич нашего времени. Что вы посоветуете родителям, прежде всего, как наладить для того, чтобы не перегружать? Не перегружать зрение, зрение, не перегружать, да, спину, потому что вот нарушение осанки в основном идет из-за долгого сидения за компьютером. Значит, что для этого надо? Конечно, ребенок, дети на работе, может заниматься, может родители сидеть. Родители на работе, да. Да, родители на работе, будет сидеть целый день за этим компьютером. Естественно, мышцы спины устают, искривляется осанка и прочее. Ограничения. Ограничения больше 2 часов в день не рекомендуется заниматься компьютером. Вот, 2 часа в день. Занятия физкультурой обязательно. Физические нагрузки какие? Какие могут быть физические нагрузки? Это помощь родителям на даче, в огороде. По дому. Просто по квартире, да? Можно по дому. Если мы берем первоклассников, это очень определенная группа, да, сейчас это такие нагрузки на них свалятся, на этих детей. Какова форма, вот временная форма должна быть отдыха и нагрузок после школы? Сколько эти дети должны отдыхать?
для того, чтобы они восстановились? Ну, у первоклашек обязательно должен быть режим дня. Они должны соблюдать режим дня с дневным сном, хотя бы в час. Хотя бы час дневной сон. Ну и правильное питание. И прогулки на воздухе. Это детские игры, детские площадки. Хотите с родителями, пожалуйста, прохаживайте, гуляйте в мяч, футбол, волейбол. Ну, все подвижные игры не противопоказаны, а наоборот нужны. Показаны. Спасибо вам большое. Наоборот, показаны, правильно? Все правильно. Спасибо вам большое. Много сегодня ценных, полезных советов. Хочется, конечно, пожелать, чтобы и родители, и дети были здоровыми, и все в нашей жизни было, знаете, так вот красиво. Так, как детство, сама юность. Должно быть, да. У вас есть несколько секунд для того, чтобы пожелать вот то, что именно от вас бы шло. Ну, что я пожелаю? Чтобы все дети были здоровы, и чтобы их любили родители. Спасибо большое. Вам того же. И я думаю, что если мы встретимся через год, очень хочется надеяться, что результаты будут лучше, чем в 2015 году. Спасибо. Но результаты не такие плохие. Правда, это правда. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Міцного вам здоров'я і залишайтеся на нашій затишній хвилі надалі.